В Одинцовском округе проходит профилактический рейд «Пешеход, пешеходный переход». До 10 апреля сотрудники госавтоинспекции усилят контроль как за водителями, так и за пешеходами. Им напомнят, что основными причинами ДТП с наездом являются переход проезжей части дороги в неустановленном месте и непредоставление преимущества в движении водителям. Главная цель – предотвращение дорожных происшествий и снижение их тяжести.